Are you listening? Damn. Меня друзья перевели в клуб. Это был в 2011 году. Клуб был в Лос-Анджелесе на Вентуре. И вот оттуда я начал свой, как говорится, journey в мафии в Лос-Анджелесе. До этого, да, играл в Ереване там, в некоторых клубах. А убили потому что боятся просто. Я учусь в Лос-Анджелесе, будучи медбрат. Ну, после этого, естественно, продолжу до доктора ревматолога. Извиняюсь, дерматолога. Какой матери? Парижской. Бога матери. Я был красным игроком. Мы дошли до угадайки, там остались трое. Я, наш дон клуба Виген Макартумян и еще один игрок, не помню. Все-таки грибы, мало ли что. Но я все-таки ставил руку против красного игрока и проиграли. И после этого был такой, все сразу напали меня. Ты же не знал, что номер какой-то этот красный игрок, тот черный. У меня, короче, был в голове полный там, не знаю, бардак. Котелек, какой котелек? В 2013 году, если не ошибаюсь, играли, был вообще другой состав для меня. Я ни с кем не играл. Естественно, они со мной тоже не играли. У вас ус отклеился. Спасибо. Я открылся уже шерифом, я был доном. Сразу сняли настоящего шерифа, и до конца я остался в игре и, в общем-то, выиграл. Я стреляла в вас, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Я стреляла в лошадь. Что лучше мафии? А сейчас? Ну, договорка, когда вот черной ночью договариваются. Я вот говорю по мафии. Это твое? Мое. Откуда? Оттуда. Быть очень внимательным во время игры, слушать всех, уважать всех. И у всех есть своя минута, могут все говорить. Устроили тут ромашка. Помню, не помню, дайте спать. Самый уважительный, самый интеллигентный. Как это слово, блин? Ты только что сказал. Воспитанный.